Телеканал ОТВ «Серпухов» снова покорил Шеридарь. Специальный репортаж «Маленькая история о настоящих людях» получил диплом 8-го Всероссийского фестиваля социального кино. Всего 4 работы телеканала вошли в число финалистов. Подробности смотрите далее. Всероссийский фестиваль социального кино «Шеридарь» – это почти 400 заявок из 50 регионов России и стран ближнего зарубежья. И только 70 работ попали в число финалистов конкурса. Среди них 4 телеканала ОТВ «Серпухов». Документальный фильм «Путь к абсолюту» про воспитанников и педагогов единственной в стране частной инклюзивной школы. Про жизнь и обучение, про счастливые и сложные моменты. В работе ответы на самые главные вопросы – можно ли изменить жизненный сценарий ребенка? Авторы фильма – директор Серпуховского информационного агентства Мария Панкратьева и оператор, режиссер монтажа Михаил Панкратьев. В число финалистов фестиваля попал и еще один их фильм – «Краски жизни» о воспитании и социализации детей с ментальными нарушениями, о роли родителей в судьбе ребенка. Давай, давай, давай. Давай, салютик, соединяй. На конкурс «Шеридарь» две свои работы отправила главный редактор телеканала ОТВ «Серпухов» Олеся Акинфеева. Специальный репортаж «Энергия в деле» рассказывает о том, как вклад каждого сотрудника влияет на общую работу не только коллектива, но и всей компании. А специальный репортаж «Маленькая история о настоящих людях», подготовленный воспитанниками проекта «Школьное телевидение» Анастасией Суровой и Ульяной Габдурашитовой, о доброте и неоценимой помощи. Работу юных журналистов оценили по достоинству. Девушки получили диплом Всероссийского фестиваля в номинации «Авторы-дети». Меня, честно говоря, тронули вы, меня тронули участники, поэтому действительно эти номинации реально, они как бы стали в одном случае, скажем там, интереснее, да, сильнее. У нас вообще, на самом деле, по-моему, самый честный фестиваль. Мы, конечно, и я не лукавлю. Кинофестиваль «Шеридарь» основан в 2016 году одноименным благотворительным фондом, который занимается реабилитацией детей после тяжелых заболеваний. За это время заявки на участие в конкурсе подали более 1500 человек. В рамках мероприятия прошли образовательные мастер-классы и встречи с известными актерами, телеведущими, деятелями культуры и искусства. Журналисты телеканала ОТВ «Серпухов» также приняли участие в ежегодной акции по посадке деревьев и познакомились с иппотерапией, которая в Шеридаре используется в рамках реабилитации детей и взрослых. В этом году фестиваль впервые вышел за рамки лагеря «Шеридарь» и проходил на разных культурных площадках Владимира. В киноцентре, например, проводили встречи с участниками фестивалей прошлых лет. Директор Серпуховского информационного агентства Мария Панкратьева вместе с коллегой Самары Инессой Панченко встретились с детьми из социального реабилитационного центра. Телережиссеры рассказали ребятам о процессе создания фильмов, о своих героях. Вот мы с Инессой журналисты по профессии, но уже какое-то количество времени мы пробуем снимать именно документальное кино, доброе, хорошее, о людях, которые живут рядом с нами, которых, может быть, вы никогда бы не подумали, насколько они могут быть сильны духом, какая у них могла бы быть сложная судьба. Одну из таких работ ребята посмотрели вместе с гостями. История девушки Софьи, выпускницы детского дома, заставила задуматься даже самых маленьких участников встречи. Теперь они точно знают, не стоит пасовать перед трудностями, нужно идти за своей мечтой.